Здравствуйте, друзья. Это Новороссийск. Через несколько минут... Перемешку стоят. Да. Через несколько минут начнется крестный ход. Собираются участники крестного хода казаки. И мы вот с Никитой Михайловичем тоже подъехали. И сейчас примем участие в этом крестном ходе. Также сегодня в этом году участвует Морской университет. Потому что храм строится напротив Морского университета. Приятно, что ребята сегодня участвуют вместе с нами. Владыка здесь, служба заканчивается, строимся и идем вперед. Сколько личных человек? Это будет ясно уже по... А, казаков 500 человек, 502. 502. Все, спасибо. Это с кадетским корпусом совсем. Вы там подменяйте их тоже. Блин, ты вот там. Вам надо встать. Конечно, уже закрыл приходим. Все, идем, 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 отец. Пошли. Пошли. По краям дороги отсюда. Ты думаешь, что они ничего не могут сделать? Давай, 12, там на 5. Где там отсюда? Памятник Исход. Да, год, молодец. Наверное. Ну вот, кажется, мы и пришли. Слышите? Никита Михайлович. Божий царя храни играет мужчина на флейте. Божий царя храни играет на флейте. Ну а что ему еще играть? Сейчас все уйдут, он интернационал заиграет. Thank you.
и о Господине нашем, и о священниках и бисках и гнозе, и о всех офисе, брати наши. Богохранимись ради наших властей и воинствиям, тихо и безмолвно и тихие поживем, во всяком благочестии и чистоте. Сижися, и небесные силы приобщивися, но и от нас духом любви своей не отступивы. И честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный, и преизливающийся нам оставивы. Вели имей дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущие Тебе благодати Его верующие, и к Тебе с любовью притекающие, и спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и коему ждо благопотребен, веры непорочное соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия примены сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим дела благих приспение и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим в разумлении, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному, благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и всяны с поспешествующими Твоими молитвами, с подобием день страшного суда, шуи части избавитеся, десны же страны общники быти, и блаженны Он и глас Владыки Христа услышите. Придите благословение Отца Моего, наследуйте уготованное Вам Царствие от сложения мира. Подожди. А наши вон уже кушают.